Мы идем в полис. Вместе. И будь что будет. Малыш не захотел уходить. Что-то держит его рядом. Пока не могу понять, что. Впрочем, я этому обстоятельству рад. Он помогает мне. Там кто-то есть. Отсюда трудно видеть. Там люди. Боятся, что на них нападут, но не злые. Кто такой? Все гаразд, мужики. Приберіть стволы. Це ж рейнджер з полісу. То ти на кільце зібрався? Тоді поспішай. Там якась метушня, навіть нас пропускати не хотіли. Можеш поторгувати з хлопцями. У нас перекур ще хвилин на 10, потім рушимо далі. Давай, дорогой, я тебе патрон поміняю. Слушай, Кацо, выбирай, что хочешь. Весь патрон высший сорт, сам бы стрелял. Да деньги надо. Слушай, дорогой, скажи, что хочешь. Все есть. Граната есть, хороший, дорогой. Зажигательный граната, дорогой. Где еще найдешь, слушай? Впереди люди. Ждут нас. Хотят убить. Не знают, что мы уже здесь. Видишь его? Что делать-то будем? Где же он? Найдем! Нет. Ищем его! Ну-ка! В плен не брать! Теперь тебе крыша, гад! Теряем людей! Наших бьют! Отомстим, Корзи! Я
его прижал! Отходите! Бойцов теряем! Теперь тебе крылья! Я видел такое у тебя. Полезные? Теперь понимаю, для чего. Принесу еще. Я здесь. Я могу помогать. Силы одного не всегда достаточно. Кулагин, ты с Минкиным пройди по маршруту. Может, еще караван нагоним. Клевицкий остается со мной. Есть, товарищ лейтенант! Есть! Не догоним, точно! Они давно уже ушли! Надо попробовать! Ну и чё нам так? До упора идти? Ты без разговорчиков давай! Приказано, делаем! Вперед! Все равно не догоним. Ты что там встал, как шиш на блюде? А ну скрылся, бестолочь! Есть! Что есть? Мне что, вас всех за ручку везде водить? Опять люди. Знают о нас. Очень красные. Очень хотят убить. Тварью! Рейнджера, бросок, тварь взять! Ты смотри, не забыл! А где же тогда твоя скрытность? Или ты думаешь, что этот рейнджер, как тебя увидит, сразу в объятия бросится? Ну я... Никаких «ну» и никаких больше косяков! А то тремя нарядами больше не отделаешься! Понял? Так точно! Есть три наряда вне очереди! Что-то мне не по себе как-то. Не простого же шпиона ищем. Поаккуратнее надо. А что такое? Ну, Рейнджер. Ну и мы не пальцем деланы. Непростой это Рейнджер.
Слышал же, что наша группа в поиске здесь захватила? Так вот, он один всю эту группу перебил. Да ну брехня, такое один. Если все, откуда слушай? Пара тяжело раненых осталась. Видно, времени у него добить не было. Такое рассказывать. Зверь, а не человек. Настоящий садист. Тогда да, надо поосторожнее. Разговорчики, смотрите там внимательный. Опять война. Вроде только что... У нас бот! Твою любите! Откуда ты? Так хрен его знает! Осторожно! Нет! Товарищи, у нас потери! Здесь тоже они, черно-красные, боятся тебя и все равно хотят убить. Yeah!
Ты его знаешь. И он тебя. Здорово, лесничок! Как все, спокойно? Да, порядок. Чего нас тут вообще поставили? Ну да ладно, пост сдал. Что-то видно важное. Пост принял, бывает. Прекрасно, Лесницкий. Теперь, товарищ Морозов, надо организовать испытание вируса. У вас, кажется, были подходящие... деловые партнеры. Да, Числав Андреевич, бандиты с Венеции считают меня контрабандистом, и если им заплатить... Избавьте от подробностей, дайте мне результат. Товарищ Лесницкий, задание ясно? Так точно, товарищ генерал! Ты убил рейнджера! Ты предал орден! И думал, это сойдет тебе с рук! Это мы еще посмотрим! У меня есть неплохой козырь. Ты? Приступайте. А вот Красную площадь, Павел, бери на себя ты. Сам понимаешь, кроме тебя больше никому доверить не могу. Не подведу, товарищ генерал. Очень интересно. Но больше не могу. Устал. Он очень плохой, но ты прав, убивать хуже. Всем рейнджерам Зенс, из-за обострения обстановки для возвращения использовать только вход на Красной площади. Повторяю, использовать только вход на Красной площади. Кто посеял ветер, пожнет бурю. Черный открыл для меня мысли Лесницкого. Я знаю то, что знает он. Война уже бушует в них. Семена, которые посеял Корбут, взошли. В полисе созывают мирную конференцию. Смешно и глупо. Война уже началась и не прекратится, пока в метро останется хоть кто-то живой. Все, кто пытается остановить ее, пытаются остановить ураган руками. Я должен добраться до полиса, разоблачить лжецов и встретить бурю. Здесь тени. Много. Не видят меня, не слышат. Живут и не живут. Очень странно. Вот, нашел. Поможет тебе дышать. Я вернусь. Продолжаем исследовать район. В Большом дворе к северу еще одно убежище.
Ты видел? Маленький человек здесь. Ищет другого человека. Не такого, как ты. Женщину? Да, женщину. Маму. Вот, нашел. Но постарайся не убивать без нужды. Я скоро. Странно. Глазам не видно плохо. Тени видно лучше. Впереди звери. Не знают о нас. Не видят. Голодные. Называется ракеты. Запомню.
Здесь нужно вверх. По лестнице? Теперь знаю. Да. Будь осторожней. Была не красная, просто защищала ребенка. До сих пор не понял, что умер. Думает, что сейчас придет мама. А она не придет. Никогда. И ко мне тоже. Потому что вы всех убили. Это не тень. Ты сам. Давно. Очень давно.
Отсюда я знаю только одну дорогу в полис. Через Красную площадь. Соединюсь с нашими. Расскажу им все, что знаю. А там уже и до цели рукой подать. Скоро все кончится. Здесь опасно, Артем. Не как раньше. Я чувствую. И буду с тобой. Скажу, что делать. Идут сюда. Вот почему они не смогли уйти. Они здесь. Очень давно. Их много. И они знают, что мы чувствуем. Красные. Просто здесь их дом. Если уйдем, они не тронут. Тьма. Идет тьма. Нужно спешить. Быстрее. Ветер. Здесь тихо. Лучше подождать. Скоро можно будет идти. Чувствуешь, Артём? Не бойся, я рядом. Нельзя стоять. Я помогу. Не тревожь их, Артём. Иди рядом. Они давно здесь. Их много, но все они в одиночестве. Только страх и боль. Не могут уйти и хотят, чтобы с ними кто-то остался.
Артём, здесь злые. Много. Очень красные. Еще один! Бросай оружие, руки за голову! С ума сойти, Артем! Да, сколько веревочки не виться! Ну что ж, раз так, отставить бросать оружие! Товарищи бойцы, относительно этого рейнджера у нас особый приказ от товарища Корбута! Уничтожить! Огонь на поражение! Нельзя стоять! Я помогу! Не могу больше. Устал. Вперед! Уничтожить! Выполнять приказ! Вот, я его прижал! Я помогу видеть. Бросай оружие, руки за голову! С ума сойти, Артём! Да, сколько веревочки не виться! Ну что ж, раз так, отставить бросать оружие! Нельзя стоять! Я помогу! Не могу больше! Устал! Вперед! Уничтожить! Выполнять приказ! Я помогу видеть. Прикройте, я пустой. Устал. Потерь. Ну, я его прижал. Отходите. У тебя был шанс! Оставался бы у нас на красной линии! Ну ладно, сбежал ты тогда! Так хоть сюда бы не лез! Ну думать же надо! Головой! От сволочь! Стрелять не разучился! Думаешь, Корбут забыл про тебя? Размечтался! И я не забыл! Не захотел по-хорошему! Не захотел с нами! Значит, сдохнешь тут! В общем, Артём, прощай! Бойцы, накапливайте! Ну, гад! В плен не брать! Явился, значит? Не трус, это точно! Давай, рейнджер, режь, убивай, как мы привыкли! Или струси!
Костякят! Силен оказался! Силен! Что, закончишь дело? Тогда поднимайся! Давай, Артем! Да, Артем! Молодец! Молодец! Ну, давай! Закончи, что начал! Затряслись поджилки? Это тебе не мутантов жечь. Ах ты, нет! Силен оказался! Силен! Что, закончишь дело? Тогда поднимайся! Давай, Артем! Поднимайся сюда! Гоняться за тобой я уже не могу! Но мозги вышибу, не волнуйся! Совсем не красный, не злой. Ему просто грустно. Не понимаю. Что, ножом? Молодец, без страха и упрека. Это еще что? Твари тут у меня натравишь? Герой! Так. Эксперимент на Октябрьской можно считать удачей. Вирус быстро убивает, а затем сразу теряет активность. Осталось лишь взять D6, чтобы добыть достаточное его количество, и сможем очистить все метро. Итак, товарищ Морозов, у нас всего один шанс сделать все красиво и четко. У Ордена хорошие бойцы, но их мало. Все входы им не перекрыть. Наша разведка нашла слабо охраняемый вход через Кремль. Мельник будет на переговорах в Полисе. Командовать он не сможет. Тут-то мы и нанесем удар. Неделя, и наступит новая эра. Решай, уйти, помочь. Решай, здесь нельзя долго. Артём, не бросай меня так! Лучше убей, Артём! Артём! Нам пора идти, скорее. Скорее! Не простил его? Понимаю. Он причинил слишком много зла. Я запомню. Теперь бы только успеть. В Полис, на мирные переговоры. Мира не будет. Будет война. Самое последнее. Теперь я знаю ответы на все вопросы. Пашина голова — это кладезь преступных планов Корбута. Тут что-то странное. Погоди! Я должен увидеть.
она защищает детей. Осторожно. Бережет спину. Там она беззащитна. Артём, скорей сюда! Слава богу, цел. А кто это с тобой? Неужели... А это кто? Кто сюда ребенка без противогаза? Что за...
Да, это он! Это он! Дитя нового мира, черный. Нет! Не стреляйте, полковник! Тогда держите его подальше! А то я за себя не ручаюсь. Этот зеленый, а этот желтый. Скажи ему, что я не опасен. Он приспосабливается к людям. Артем, можно с ним пообщаться? Забудьте о страхах, полковник. Просто возьмите это дитя за руку. Ну уж нет. К тому же сомневаюсь, что от него будет толк. Но вы действуйте. Только живее, пока не передумал и не пристрелил его. О, я понимаю его. Вижу его мысли. И слышу твои, Артем. Ты можешь считать мысли простым прикосновением? С ним не так. Мы можем говорить на расстоянии. Он особенный. Его усыновили. Давно. Так вот, почему ты особенный, Артем. Это они изменили тебя, чтобы понять нас. Что за этой дверью? Ты не слышишь? Тебя звали. Я слышу. Открой. Погоди-ка, где-то я... Это же одни из закрытых ворот D6. Кодовый замок. Что там внутри? Мои! Они там! Они спят! Да это же... Смотри! Они в спячке! Он не один! Я должен их разбудить! Им пора жить! Нам всем сейчас туда. Если сможем, откроем тебе дверь. Там смерть. Рядом, вокруг. Но я должен, иначе останусь один навсегда. Помоги нам, и мы поможем тебе. Я сделаю, что надо. Я должен их разбудить. Что-то придумаем. Поживее, муки сонные. Полковник, откройте нам ворота в конце линии D6 на ботанический сад. У вас есть код? Все коды D6 у меня есть, но обещать ничего не могу. Придется? Тогда он выручит нас в полисе. Значит, берите его с собой и по дороге все расскажете. Если убедите меня, открою. За мной!